Let's go. Всем привет! В этом видео будет обзор на ваниш Фафнира от Такара Томми. Это мой первый бэйдэби системы. Вот такой замечательный фридлахой. Такой фафнирчик. Кольцо для Бэллиала. Вот сам Бэллиал. Все такое холодный Цезарь и так далее. Его детали. Давайте уже открывать. Первый бэйдэби системы — это, конечно же, фафнирчик. Так, откроем с этой стороны, потому что, а почему бы и нет? А кто мне запрещает? Так. Берем. Открываем. Опа, а что такое? А что ты нет, не отделываешься. Ну, вытаскивайся. Или он так не хочет? Подожди. Я хочу, чтобы все было красивенько. Чтобы все было аккуратненько. Конечно, да. Приехала немножко помятая. Ну, как-то все равно. Главное, чтобы и был целым. Опа. О, я только с почты. Поэтому вот. Так, алло. Алло, открывайся. Столько скотча, что прям капец. Но неважно. С этим мы всем справимся. О, какой красивишный. Слушай, а тут нет больше ничего? Тут больше ничего нет. Коробочка пустая. Капец. Это мой третий бэйдэби Томми. Прикиньте. Какой он красивый. Давайте возьмем. Что-то снимем. Аккуратненько. Давайте возьмем. Опа. Опана. Свой. Ох, какой он красивый. Такой классный. Я прям кайфую. Это резина. Это все. Это прям классно. Потом разберем. И посмотрим, что это вообще из себя представляет это строение. Металлический диск. Похож на Beyblade Limited Break. Кстати, не особо тяжелое, если честно. Я думал, будет потяжелее, честно говоря. Потому что фафнир-то весит около 70 грамм. Возможно, потом взвесим. Ой, неважно. Бумажка, это все. О, какой драйвер, кик, удар. Классный, немножко крутится. И нажимается. Такой классный. Давайте соберем. Какой он мощный, довольно щелчки. Щелчки прям довольно-таки хорошие. Давайте запустим от хоба. Ну, неважно. Так, наклейки. Кольцо от Бэллиала, смотрите. Для Бэллиала. Так, алло, опа. Кстати, ко мне Бэллиал еще должен с Рагнариком приехать. Вот, кстати, почта доставила фафнирчика вот прям очень быстро. Даже двух недель не прошло. Прошло где-то около недели, около полторы недели. Да, полторы недели ехал. Прям наклеечки. Наклеечки я наклею потом, после ролика. Вот такой вот. Так, что тут есть вообще такое? Ну, тут как бы вот, все понятно. Так, тут бахамутик, да. На Бэллиале мы потом проверим, когда у меня будет Бэллиал. Бахамут я потом куплю от Флейм, а Валькирию от Такара Томми. Потому что хочу. Так. Кольцо, кстати, тоже тут резина. Кайф. Давайте, знаете что? Давайте проверим вообще, что из себя представляет это строение. Опа. Немного уже. Я знаю. На гачи, кстати, похоже очень строение. Блин, я ногти постриг. Неудобно открывать. А как открыть? Как мне это все дело открыть? Так. Опа. Просто не хочется как-то сильно надавливать. О. Ваниш прям классный. Прям кайфовый. Смотрите, он полностью из резины практически. Вот эти вот золотые штучки, они пластмассовые. Так он прям... О, какой классный. Дальше. Броня вроде как. Вот такая вот. Не помню, как называется. Чип Фафнир. Какой он классный. Красивый. Так. Хайд мод от Вики. Или как они там говорят. Так. Насколько есть вообще. В принципе, тут два режима. Хайд мод. Вот такой вот. Он... На нем более атакующий себя ведет, более агрессивно. Вот такой режим. Есть лоу мод, или как, да? На котором он ведет себя менее агрессивно. Так.
Ой, не понял. Ой, не понял. Я сейчас быстренько разберу. Все разобрал. Это было не особо сложно. Потому что там, ну, короче, если хотите ролик о том, как быстро разбирать его, пишите в комменты. Я уже разобрался, как это все делается. Так. Хопа. Дальше. Чипик. Они закрываются. Опа. Похоже на гачи тем, что, во-первых, утяжелитель тоже есть металлический. И то, что тут также вот эти вот защелки. Опа. Хопа. Опа. Теперь собираем. Это лоу-мод. Будем сегодня тестить на лоу-моде. Ну, как тестить? Просто мини-бэй. Также, это мой, как я и говорил, третий токаратоми. Мой первый токаратоми это World Spriggan. Вот от него коробочка я специально достал. Это первая токаратоми. Лё, фокус. А вот моя вторая была токаратоми. Это Мираж Фафнир. Давайте вообще сравним их. Ваниш Фафнир, Мираж Фафнир. Ну прям классный, смотри. Вот прям колоссально отличается. Давайте достанем всех Фафниров. Я их, вернее, уже достал. Вот. Первым был Дрейн. Дрейн Фафнир. Потом появился Гайст Фафнир. Визард Фафнир. Только у него Фумия был владелец, но не важно. Мираж. И самый такой классный это Ваниш. Мой любимый бой на данный момент. Хорошо, давайте первый запуск произведем с вот такого вот лаунчера. Готовы? Вы готовы, дети? Так, точно, капитан. Так, фокус настроился. В пе. Какой классный. Какой классный. Я кайфую. Так, хорошо. О, как просто. Так просто. И он не особо тяжелый вроде. Вроде должен быть 70 килограмм. Но не особо. Так. Давайте. Слабенько теперь. Я сейчас достану. Так как на упаковке был нарисован Home Good Sizer. Мы потом с холлу сразим. Но я предлагаю первый бой сделать с Мираж Фафниром. С Мираж Фафниром. Думаю, так будет интересно. Будет очень интересно. Так, готовы? В пе. Так. Представлю соперников. Вениш Фафнир. Алло. Алло, фокус. Ты будешь, нет? Ваниш Фафнир и Мираж Фафнир. Готовы? Думаю, да. Думаю, да. Ваниш. Мираж. Главное, чтобы он в первом своем бою не слил. Если он сольет в первом же бою, еще и Миражу, ну потому что типа Мираж, он его предшественник, это сольет тому, из кого он должен был более мощным стать, ну как бы это печально. Следующий соперник его будет, это кто? Думаю, будет норм сразить его с Дэс Соломоном. Нет, с Ворлдом. То есть с Токаратоми сначала сразим, потом с Дэс Соломоном, так как Дэс Соломон типа в шестом сезоне появился. Да ну, Ваня сейчас сольет. Нет, не слил, не слил, не слил, красавчик. Теперь против Ворлда, теперь против Ворлда. Вперед. Ворлд промахнулся. Кстати, Ваниш-то может у нас поучаствовать в битве за первое место при СБФ, да? По идее, с Валькирией, если он сразится, то в принципе норм будет. Да, конечно, у меня был битва, турнир со всей сезона. Да, то есть, где там в конце сделал, ну, полуфинал сделал сразу несколькими боями. Это не совсем то, потому что ну, как бы и в финале там этот Зент, Люцифер с Инфинити Ахиллеса. Поэтому вот. Так, и у нас побеждает. Да ну, Ворлд сейчас победит. Нет, Фафнерчик был дольше. Фафнерчик победил. Красавчик. Давайте я запущу сейчас рукой. Как классно. Слушай, давайте. Соломон и Ваниш. Рукой запущен Ваниш Фафнер. Холлоу, ой, Дэс Соломон, не особо торопится атаковать Фафнирчика. Будет ли вообще он забирать энергию Фафнир? Или нет? Будет ли? Я, насколько вижу, он не собирается забирать что-либо. Он такой, типа, а зачем? Что? Ну, серьезно? Ну, камон.
То есть Фафниру и Спрайзу он проиграл, он выиграл их, а вот Соломона его нет. Ну окей, давайте еще раз. Вперед. Ну, я слабо запустил этого Фафнирчика. Он сейчас так наклоняется, прикольно. Так. Второй бой против Соломона. Теперь я уже Соломон вчера его слабенько запустил. Сейчас посмотрим. Потом, думаю, сделаем бой против Лонгинус и Валькирии. Ролик такой долгий, но ну и ладно. Вот. Все-таки это Каратоми, все-таки Фафнир, все-таки Ваниш, Порошок. Ну вы поняли. А я не знаю. А я не знаю, что сейчас было. Давайте следующие соперники. 3, 2, 1, 2. Вперед! Фафнирчик сильно не запускаю. Потому что, а зачем? Так, Вальке нападает на Ваниша. Но Ванишу как-то вообще по боку. На ее атаке, потому что, ну, он идет боком. Ему по боку, ну вы поняли. Ладно, неважно. И тут идет батл. Я не знаю, кто победит, кто проиграет, но мне кажется, что у Фафнира больше шансов. Потому что он, во-первых, DB системы, он. Ну, он, в принципе, более вынослив, чем Валя. То есть, если у Вали еще был шанс против Фафнира, который Мираж, то против Ваниша. То против Ваниша шансов практически нет. Практически шансов нет. Давайте теперь с Лонгинусом. Предлагаю поставить Фафнирчика против Лонгинуса на хайт мод. Да, а также вроде. Опа. Хоба. Хоба. Так. Берем чипик. Чип. Ставим. И теперь броню. Вроде как броня или утяжелитель. Напишите в комменты. Утяжелитель или броня это. Что это вообще? Кто это? И как это работает? Хопа. Какой он большой. Давайте. Давайте сразим. 3, 2, 1. Вперед. 3, 2, 1, 5. Опа. Ё-моё. Вот это да. Что это было? Фафнир. Что это был за финт? Я надеюсь, что резина не порвется. Которая на кольце. Или на слое. Я сейчас про другую резину подумал, которая может порваться. Неважно. А, блин, я извиняюсь, я дико извиняюсь за то, что фокус такой плохой был. Давайте, опа, он побеждает. Давайте еще одним, с одним левосторонним. Сейчас найду кого-нибудь, и мы вернемся. Я решил сразить еще раз с Соломоном, только уже на хайт-моде. Да? Не с левосторонним, а именно... С этим самым. С Дес Соломоном. Потом я помню про Холу Деса. Я его вытащил. И он будет у нас сражаться в следующем бою. Ну, естественно, если Фафнир не сольет. А он не сольет, поэтому в следующем бою. Ну, типа, ну как можно насыпить Соломона? Соломон проигрывает Миражу. Ваниш побеждает Миража. Соответственно, что? Правильно. Нет, неправильно, потому что, ну, мало ли сейчас чудо произойдет. А, вообще, в чем вообще смысл? Хоть я и говорю, что все бои примерно равны, главное, чтобы там, как его владелец был норм. Да, это так. Но когда речь идет о эволюциях, то преимущество, огромное преимущество у более мощной эволюции. Например, ну вот DB-система имеет преимущество над Спаркинг. Спаркинг имеет преимущество над Гачи и Z. Ну, вы поняли. Давайте поставим его на хайт мод. Ой, на лоу мод. Хоба. Сейчас я вам покажу лайфхак. Хоба, берем, зажимаем и вытаскиваем. Все, изи, изи. Просто нужно во время того, как вы как бы отделываете его, как бы толкать в этот же момент. Тогда все будет абсолютно изи. Так. Так. Возьмем. Эти штучки не закрылись зачем-то. Непонятно зачем. Так. Все, давайте. Против Hollow Dead Sizer. А давайте я запущу его слабенько. Знаете, типа, батарея стукнула. Кто-то под батареей стукнул из соседей. Ну ладно. Нет, это слишком. У меня плохо держится напускать. Что такое? Я не понял. Что такое? Вот, в принципе, слабенько довольно. И холод. Конечно, было бы прикольно, если бы замедленно спрошу. Но его не будет.
Потому что Фафнир, ну, не супер слабо обращается. То есть он как бы слабо, как бы не сказал, что супер. Так, у нас бой. Кто же победит? Кто же у нас выиграет? Так. И у нас побеждает Фафнирчик, конечно же. Конечно же, Фафнир. И давайте последний бой на сегодня, на это видео. Мы сразим его против, знаете кого? По приколу. Мы его сразим с этим самым. Сразим с Темпо с Дрэгоном, но мы поставим Фафнира вот так вот в центр. Давайте проверим, работает ли это вообще что-то. Почему с Драконом? Потому что, ну, типа, в пятом сезоне, там, дракон был, вот и все такое. Ну, вы поняли. Чё-то эта штука не работает. Ну, сейчас попробуем это сделать. Давайте еще раз. Так, давайте еще раз. В пе. Привет. Ну, что такое? Ну, давай. Ну, пожалуйста. О, вроде работает. Ну, вроде не работает. Что такое? Не понимаю. Давай еще раз. Подожди. Это должно сработать хоть раз. Хоть один раз. Ну, пожалуйста. Вообще капец. Ну, пожалуйста. Да что такое? Подожди, стой. Это обязано сработать. Ну-ка. Нападай, давай, дракон. Бей. О-о-о. Да что такое? Что такое? Что такие? Что-то такие? Что-то такое. Давай еще раз. О-о-о. Было что-то. Что-то было. Да что такое? Я не понимаю. Да забирай ты энергию во мне. Да что ты такой? Давай, ну пожалуйста. Давай вот так. Давай вот так вот. Давай, дракон. Заряжай. Вообще, идеально было бы, конечно, сражать с вариантом. Люцифером. Тогда бы точно забирал энергию, понимаешь? Но что-то такое, я не понимаю. Ладно, давайте напоследок запустим его. И будем заканчивать видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи, всем пока, до скорого. Увидимся в новых роликах. Также тесты будут, естественно. Так, чё ты не в центр стал? Алло, вот он центр. Вот, пока-пока.